Всем привет, друзья! И сегодня я вот забрал, значит, прибыль из своего магазина. И смотрите, у меня 64 стака изумрудов накопилось. Ну, конечно, там зарплату еще отдал, там изумрудов 30, что ли. Да, вот у меня работать это стопроцентная гарантия. Я вам буду просто платить 30 изумрудов. Я же, конечно, не обеднее из-за этого, зато и он какие большие деньги-то получает. Просто офигеть! Так, друзья, ну что ж, пошлите. Так, чего, друзья? Это еще что за апокалипсис такой? Офигеть. Это что у меня дома? Ты что там с Рексом делаешь? Ах ты монстр. Так, сейчас, друзья, у меня есть план. Так, придется стекло разбить. Так, 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 ломайся, ломайся. Есть. Во-в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 о, аккуратнее, аккуратнее. Так, Рекс, встань-ка, пожалуйста. Мати, вот это его бей. Фас, взять. Молодец, Рекс. Мати их там. Бей. Давай, 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 давай. Давай, я болею за тебя, Рекс. Давай, истреби этих монстров. Рекс, давай. Чего, мне кажется ли, я их даже не могу убить. Ай! Черт, друзья, офигеть, меня там мечом чуть подрезали. Ах, не монстры. Мутанты просто. Есть! Рекс, молодец! Так, 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 друзья, давайте вперед, вперед, вперед! Ай-ай-ай, нельзя, нельзя вас отпускать! Черт, надо сохраниться! Черт, друзья, меня просто взяли и убили! Черт, офигеть, что за ад у меня появился дома снова! Вот, друзья, как не заметить, то у меня или мечи оживает, ну и инструменты, точнее. Или вот такие монстры, вот это просто ад! Вот, это просто реально. Теперь броня у меня ожила. Это реально. У меня нет слов, короче. Так, ну ничего, сейчас им всем покажем. Черт, друзья. Рекс только завалил одного золотистого. И Рекс погиб, короче, друзья. Но он все равно появится, да. Так, ладно. Так, 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 бьем. Черт. Так, сохраняемся, сохраняемся. И сохранили. Черт, друзья, офигеть, меня просто взяли и завалили вот эти фигни. Умрите, умрите. На, тебе сдохни, сдохни. Черт, друзья, ну это просто жесть. Их вообще, как будто их нельзя убить. Смотрите, я даже им урон нормально не могу нанести. Это какая-то броня живучая. Черт, друзья, наверх, наверх. Ай, а нет. Это невозможно, друзья. Так, наверх, наверх. А, черт. Фух, о нет, 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 нет. На тебе, на тебе. Сдохни, сдохни. Черт, а, еще... А, черт, офигеть. То там железная броня, то вот здесь эти два гопника на меня понаехали. Хватит, хватит нападать. Остановись. Черт, друзья, я даже не знаю, какой раз уже надо умирать, но я их с какой раз уже долблю и долблю. Так, так, сдохни, сдохни, пожалуйста, ну хоть один, пусть сдохнет один. Вот ты. Все, друзья, я не могу вынести, я сейчас попробую. Так, взять. Так, медь. Так, берем медь, все, взяли медь. Черт, друзья, ага, все, у меня есть незеритовый медь, вам просто не поздоровится, сдохни первый. Так, давай, давай, нападай, нападай, я готов, ну давай, давай, что, испугался, да? На тебе, броня тупая. Фух, друзья, офигеть, а реально сложно было. Чего, офигеть, с него гниль, там медь, ну ничего, друзья, вот так просто берем, разбираемся со всеми ими. Ох ты ж, на тебе, на, ты что думал, железяка тупая? Вот смотрите, друзья, вот теперь броня против меня наехала, это чё? Вы думали, что мой дом захватили? А нет, вам так просто меня не сбороть. О, еще кожаная броня, нет, 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 умри, умри. Фу, друзья, все, убили и кожаную, и железную, и золотистую броню там убил мой Рекс. Да, друзья, было сложновато. Но все же, друзья, мы справились, офигеть. Фух, я думал то, что апокалипсис целый начнется. Но вот интересно, откуда они вообще взялись-то? Я, значит, только вот, ну, отошел, значит, на минутку, там, на минуток 2-3. Вон, там, туда ушел и все. И здесь, значит, эти монстры откуда-то не возьмись появились. Странно, конечно, друзья, ну ладно, давайте что ли медь возьмем. Давайте сюда положим. Так, офигеть. Это главное прибыль. Прибыль сюда. Так, вот это все сюда разложим просто. Нам это точно не пригодится. Так, ну ладно. Черт, друзья. Что произошло? Чего? Офигеть, друзья. Это что за дрянь? Откуда она появилась-то? Офигеть, там еще какие-то
Это броня. Стоп. Чего? Значит, это все время, друзья, эти железяки, вот эти, вот эта вся броня жила под моим домом. Офигеть, друзья. Так, ладно, давайте прыжок, паркур. Черт, друзья. Паркурзик от меня так себе. Черт, офигеть. Вот это дырень, там все даже задело. Я даже не представляю, как я вообще выжил. Офигеть. Ну, хорошо то, что я вообще хоть выжил. Что здесь творилось такое? Офигеть. Ну, у меня, друзья, короче, слов просто нету. Фух, хорошо то, что я хоть не стал в центр дома, а то меня просто разорвало бы. Всем пока, друзья, не забывайте подписываться на меня, ну и также ставить свои лайки. Ну а сегодня какой-то странный день, знаете, меня броня хотела убить. И тут я сам не умер из-за того, что мой дом подзорвал, вот это еще плюс броня. Я даже не знаю, что здесь реально натворилось такое, чтобы такой взрыв произвести. Офигеть, вон смотрите, даже моя кровать, он летает. Ну ладно, всем удачи, всем пока.